Добрый день, уважаемые пользователи ВКонтакте. Добрый день, уважаемые любители футбола. Приветствую я вас с самой западной точки Российской Федерации, из города Калининград. На матче «Лион» первенство по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» группы 2. В частности, играл два тура назад Глеб Костелей. Здесь же на стадионе «Балтика» против одного из лидеров розыгрыша во второй группе, против московского «Спартака». Его поспешили назвать главным виновником потери очков в Иркутске. И сейчас удар Исика низом рядом со штангой. Проходит мяч. Тоже имеет хорошие связи с Северной Пальмирой. Навес, как сейчас. Ёкнуло у меня сердце, когда выпустил мяч Малышев из рук. Отметится голевой передачей, но с другой команды не выиграла. Удар 1-0. 1-0. Рассказывал я про Вшивкова, а забивает Сатурн. И это Седов. Это Седов. Ударом с подъема открывает счет сегодняшней встречи на 23-й минуте. Максим Седов. Момент сейчас, наверное, и что у нас? У нас 1-1. Так пытаются футболисты Балтики открыться за спиной у защитников. Сейчас Терещук мяч догоняет. Перевод на Вшивкова. Вшивков бьет головой. И приходится в прыжке мяч переводить на угловой Владиславу Русанову. Гол забили Знамени труда как раз в последнем туре. Так что, в принципе, по последнему туру как будто бы шанса больше у Сатурна. А здесь Терещук. Терещук выводит вперед Балтику. Посылает также он привет на трибуны. Выдвинулся, выбросился к Владиславу Терещуку Владислав Русанов. Никите Терещуку, простите, Владислав Русанов. Вводные, несмотря на то, что говорил я, что вроде бы шансов больше у Сатурна, Балтика не откладывает дело в долгий ящик. И сейчас может третий забить. Не попадает в створ. Не попадает просто в створ сейчас. Наверное, Марк Мокин это был. Давайте смотреть на повтор. Вшивков снова. С правого фланга. Макаев. Передача на Вшивкова. Вшивков под левую убирает. Бить не решается. Вшивков теперь под правую. Удар. Ха-ха-ха. Покатился здесь снизом. Кто это был? Находятся. Опасный момент. Скачет здесь мяч. Удар в падении. В исполнении только что появившегося на поле Кирилла Степанова. Но фиксирует нарушение правил. Пытаются Сатурн взломать оборону, взломать не получается. И Максим Богданавичу сдает финальный свисток в этом матче со счетом 2-1. Благодаря голам Вадима Вшивкова и Никиты Терещука.